И всем привет, дорогие зрители, с вами Оз, и сегодня я играю в Доту 2. Даже не знаю, за кого поиграть. Какой у меня будет так скапугна, сейф на мид. Так, ну не знаю, можно поиграть в принципе и саппортом, и керри, да в принципе кем угодно. В общем, если, ну, кто из вас играл в доту, думаю, знает, о чем я говорю. А кто не играл, в общем-то, я думаю, будет вам, ну как, в принципе, если хотите посмотреть, возможно, вас тоже затянет. Вообще, всем советую поиграть хотя бы пару раз, потому что многие люди, кто не играл, просто ее обсирают в наглую, ну, знаете, вот. Я тоже, например, когда играл в Хон, я в Доту не играл, я думал, что Хон лучше, но поиграв в Доту, я изменил свое мнение. Ну, тут, в принципе, можно взять, я не знаю даже, кого взять. Давайте Сларка, что ли, возьмем, будем фармить. 10 секунд remaining. Давайте пойдем на топ. 5 секунд remaining. У меня, скорее всего, будет сейчас вот эти вот двое козлов. Они и в пати сидят, они вместе пойдут ко мне на лайн. Так что... Хотя... Они могут и туда пойти. Блин, я даже не знаю, куда мне лучше пойти стоит. Так... Что возьмем? Наверное, так... Так. Ну, в принципе, можно вот такой закуп себе сделать. Вот бывает, дотка подлагивает. Так, соло. Куда ты, соло, туда пойдешь? Ну ок. Стой, соло. Со мной бара. А на мид у нас... На мид пугна. А лучше пугна со мной пошел, а бара на мид пошел. Так было бы лучше намного. Ну, в принципе, если он пропушит, то будет все хорошо, я думаю. Так, что тут нету? The battle begins for good and all. Вот, вот это. Stay out of my way and maybe you won't get hurt. Так, что тут? Бара. Он застопил хорошо вообще. Ну, я, в принципе, так же сейчас застоплю. Потому что у меня еще плюс FPS пониженный в записи, так что я, возможно, буду сейчас и не очень хорошо играть. Вообще, я не так, чтобы прям хорошо играю, так чуть получше новичка. Желтый, кто там, Мирана прошлась. Ну, SF у них. Так, ну мне надо фармить. Что у меня сейчас не будет получаться при записи. Бар автоатачит. Круто вообще. Да бара, ну что ты делаешь? Вот, вот почему он автоатачит? Зачем? Почему? Ща Мирана из леса стрелу будет кидать, скорее всего. Так, кто уже второго уровня? Тот уже соло стоит, уже второго уровня. Так, лучше включаю это. Так. Ну что, пока вроде все нормально. А, нет, Мирана у них вон где. Она по-любому будет пытаться стрелу кинуть. Блин, ну бара, ну что ты делаешь? Да, у них, конечно, лайн жесткий, Мирана с этой херней огненной, они. У них дамаг будет жесткий. Плюс, если Мирана попадет стрелой, это будет вообще жопа, считай. Так, подстопить, подстопить, подстопить. Ну круто, кто там? Вот соло пошел. С ФБ отдал. Молодец, молодец. О, да. Прокнуло вовремя. Блин, нет, конечно, тут фарма вообще ноль. Это печально, на самом деле.
Придется, наверное, пойти. Ах, хотя не, у нас команда в лесу. Лес фармить тоже не получится. Еще и дамаг маленький, даже не добиваю крипов. И бара, что тут автоатачит. Бара жирный, его пробить очень тяжело. Танка сожру. И не знаю. Ну, барон, да, жирный, 5 брони, у меня всего 2 брони. А, так, я уже могу купить тапок. Наверное, я это и сделаю сейчас, на всякий случай. И буду тогда докупать базилу. О, у Мирана прострела вообще. СС. А нет, не СС. Что мне это дает? Передвижение. Командир бы сейчас поскорее бы нас апнулся и... Так, ну он третий левел, в принципе. Мог бы быстрее, но значит он средний игрок, не про. Так, где у нас Мирана? Мирана у нас СС. Так, ну, это плохо, что он не дает нам качаться. Блин, капец, 4 крипа. Это очень плохо. Так, надо, пока Мирана ушла. Как так получилось? Почему? Нет. Как так получилось, я хз. Так, ну это пока не буду все тащить. А мы ведь его почти убили. Он вниз что ли ушел? Я честно за него не играл и скиллы его не знаю. Чуть не сдох. Мирана там лазит у них. Так, он будет пытаться меня, наверное, сейчас убить, да? Или нет? Блин, атаки что-то маловато вообще. Инвизная крыса. Что у них Мирана... Ой, то есть... Ну да, у них Мирана делает... Надо вард бы купить. Вард купить и его уже убить. Я, наверное, это сейчас и сделаю. Сейчас я так и сделаю. Блин, 4-й левел, он уже... Он уже 6-й, это плохо, это очень плохо. Опа, чё там? Пугнаты что? Так, давай, Кура, быстрее вард тащи. Мирана, походу, к нам ушла. Возвращается. Возвращается. Бля, ну Бара, ну нахера ты так атакуешь? Так, ща вардец воткну вот сюда. Давай убивать его, Бара. Your middle tower is under attack. Так, ну Бара фармит, а я не фармлю. Что за фигня? Over here. Блин. Еще я атаку не рассчитываю. Ну Бара, ну блин, okay. Ну дай же пофармить. Your middle tower is under attack. How could you let that happen? Оп, 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 оп. Your middle tower is fighting for its life.
Так, ну этот съебался, конечно же. Так, ну спасибо, в общем-то, ему за ганг. Очень хорошо. У него уже даже 6 левел, а у меня еще 5. Ну как так-то? 9 крипов. Ну это ничтожно мало, на самом деле. Когда если линия полегче, ну противники, то я фармлю и... Блин, очень много. Один раз вообще фрифарм выпал, мне что-то на линии никого не стояло, вообще там фармил по-дикому. А сейчас вот, ну это капец, просто. Ну капец, вы видите, что происходит, а? Не фармится, не хочет. 10 крипов. Играю как Рачелло. Так, вот я тогда стики привезу нормальные. Мирана опять куда-то эсэснулась. Оп-опа, что это? Ой-ой-ой, пугне досталось. И да, мне не нужно сюда идти. А вообще, по-хорошему, Вардик бы сюда поставить. Где у нас? Кто у нас? У нас, в принципе, Бара должен Вард поставить. Бары это Бары. Он автоатачит крипов и... Ни о каком Варде и речи быть не может. Бери разгон на Мирана Бара. Или на СФ. На СФ го. Все, хорош. У меня ульта есть, теперь я буду регениться практически как на фонтане. И это хорошо. Так, а Мирана? Мирана где-то живая сидит, и она, походу, в лесах. Попробую вышку забрать, но не знаю. Нет. Ну, блин, у него слишком большой дамаг. Да-да, пошли тут и теперь. Да, и еще с Ларком очень удобно проверять, нет ли вардов. Если стоит вард, то у вас ульта не будет регенить хп. Иди сюда. Ой, как же я пролетел-то. Разгон. Или маны нету. Ай-яй-яй. Ну чё ж не прикрыли-то, а? Блин, я думал, если честно, вышка бар убьет. Печально, у нас 0-1-3, как бы ни одного килла, это пиздец. Ну сложно с барой стоять. Он фармит, у него так 89, а у меня 68. Это капец, конечно. Так, что мы себе теперь соберем? ПТшки, наверное. Да, соберем ПТ лучше. Сначала перчик купим. И побежим пешочком. Да, пешочком, голды нету. Вот эта вот херня меня бесит. У него дамаг. Вот от этой огненной херни больше. Там, вот ублюдки. Варлок с так, можно пока пофармить. Но у меня это хер получится. Оп-оп-оп-оп, чё ж не сказал-то. Так, хорош, мой первый килл. Ну, сори. Ай, там опять Миранка, но она мне одна ничего не сделает, я думаю. Стрела она в меня не попадет из-за крипов. Она куда-то опять смоталась. Так, видите, когда на фрифарме я стою, я крипов как бы хорошо фармлю. А вот
если против меня уже кто-то стоит или не дает фармить, то это уже намного тяжелее мне дается. Так, я, пожалуй, соберу Яшу. Она стыкует, у вышки стоит. Ой-ой-ой, что это было? Стрела от Мираны. Опа, сынви зашел. Ой-ой-ой, надо же того принять. Как он выжил-то? Что, блядь? Заебись. Почему спирита-то не убили? Я думал, его убили. Тморозина, а? Чё они делали вообще все? Заебись, чё. Надо дефить. О, да. Застанило, и что дальше? Да, стан, конечно, просто жестокий. Просто жестокий стан у нее. Ну, у меня зато отхил хороший очень. Надо еще не забывать про стики. Про них вечно забываю в экстренной ситуации, когда нужно их прожимать. Так, они все эсэснулись. Так. Я думал, мне опасно тут находиться. Так, ну, Пугна предлагает допушивать. Я, в принципе, с ним согласен. Нужно допушить эту вышку и пойти уже на другую линию. Например, на болт. Потому что там надо отдефить. Сейчас. ТПшность. Так, моя. Нет, не моя. Блин, почему у нас вардов? Вардука тут стоит, все. На нижней линии он не стоит. Меня сейчас тут забрать могут. В принципе, я постараюсь ульту прожать и уйти. На фрифарме я фармлю нормально. А, не, нормально. Просто отвлекся, что они там на мид тыкали. Так, ну в принципе они тут меня оставили фармить, это хорошо. Так, ну там они пытаются забрать Мирану. Это, ну там еще и СФ. Так. Так, я попробую спушнуть немножечко. А не, не попытаюсь, тут слишком много крипов. Варлок, крысёныш, хуль припёрся сюда. Бля, атакуют жёстко. Так, варлок пришел, но я думаю, он и уйдет. Хотя, если их вся тима тут будет, это будет плохо. На самом деле, варлока я забью, не забью. Нет, не забью. Нет, ульта меня спасает тут. Ульта меня тут спасает.
Так. Your metal tower is fighting for its life. Схожу-ка я, да, на мид лучше. Сейчас как раз таки отрегенюсь уже. Your middle tower is under attack. How could you let that happen? All part of the plan. Не добивайте моего крипа, ну пуг, ну дура же ты. Ну бля, ну чё за дураки, они не себе голды не дают. Никому, крипам отдают голд. Возьму я первую часть для Яши. И апну, наверное, третий скилл, потому что... Первый пока хватит. Оу, стрела. Ну и что, что она его вот попала? Только нанесла какую-то часть дамага. Так, у нас бара с момом. Этот с лотаром. Это так, с ЭК с даггером. Так, мне сразу чуть не убили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капец просто. Но я тут ничего не сделаю, тут тупо умру. Нет, я тут ничего не сделаю. Дальше что ли будут пушить, вообще охерели. Нахер иди. Да ты, блядь, бич, ну сука, ну вот чё за имбовский перс, а? Сука. И это, блядь, КД, такое долгое. Минута. Бля, отдаюсь, 1-3-4. Вот пугнал вообще. У нас мидер, вот, мидер 1-5-2, как бы. Я думаю, что мы сольем. Все, сдох. Сдох, урна. Так. Нет. Нет. Тут как бы я ничего. Иду, жди, жди. Good. А это иллюзия, что ли? А, нет, не иллюзия, а что он пробивается так легко. Командер хорош, надеюсь, затащит игру. Он может, в принципе, затащить игру. Вот, видите, я уже начинаю лучше фармить. Бля, сука. Да что ж такое у него прокает. Так, вот еще на одну часть нафармил, но я думаю, еще подожду на рецепт, и тогда уже можно. Так, я, пожалуй, немного пофармлю. Пара, но тебе и так мало было фарма. Ой-ой-ой. Сука, я сюда отвлекся, ну что за пиздец? Ой, блядь, Бара, ну где твои варды, сука? И Пугна. Пугна должен варды тоже ставить. Но никак не Сларк. Боже мой. Он на меня еще не мату кинул. Это пиздец, конечно, крыса еще та. Косарь надамажил за 2 секунды. Я ебал. Не лезьте, блядь. Your bottom tower is under attack. Not exactly a strategic benefit. This is mayhem. This way. I'll take that.
Попытаюсь помочь я, но не знаю. В принципе, да. Давайте разворот. Сука, ульта, моя ульта. Ну, блядь, ну, чё он тут у нас в лесах делает? Ну, блядь, ну... Ну, я не знаю, ну, почему такие дебилы? С фулл хп ушел, а? Да пиздец, стоит в лесах, ультует, морозина просто. Ну, все это, короче. Это пиздец. Your middle tower is under attack. How could you let that happen? Вот против этого хера я не знаю, чё, на Сентрик даже не хватает, на ёбаный Сентрик не хватает. В лесах фармить невозможно, потому что эта сучка ходит и убивает просто. ГГ. Это просто ГГ. Your middle tower is under attack. You know that middle tower that used to be alive and defending itself? Well, that has changed. All part of the plan. Да уж, бара фармил, фармил, и что? А ничего. Да они там все, куда ты прешь, бара? Варды нужны, сентрики, обычные варды. Надо дефить. Ну куда ты прешь? Мне фарм нужен. Ну, в принципе, он тоже нужен, но. Нет, он больше нужен. Не дает ни одного крипа. Ну и зачем? Вот зачем сливаться? Вот из-за таких фидеров, как Пугна, я, конечно, ну вот Скорпион, вот из-за них они разжались и все, короче. Вот эта херня капец как дамажит. О да, Скорпион вообще круг. Да, раскачался СФ, пиздата. Все, тут уже ГГ, тут уже ничего как бы не сделаешь. Вообще ничего. Мы проиграли из-за нашего лидера и Скорпиона, я так считаю. Ну, Бара тоже, Бара фармит. Это как бы... Нечто керри мне отдать. Ну нет, он фармит. Ему уже больше надо, он игру затащит. Стащил. Сучка. Просто. Уебаны просто. Просто уебаны. Thank you.
О, да, Бара, конечно, тебе это нужнее. Да, в общем-то. Яша под конец игры. Это круто. О, да. Красавцы. Но у меня уже нет смысла ничего собирать. Ну, дособираю Сашу Яшу, но... Не, я ее не дособираю. То, что они отфармились, это все, это клайн снесли, как бы. Сейчас и меня еще заберут. Там, наверное, уже с даггером на SF. Сейчас блинкнется и... А вот, я видел его. Вот этого вот. Хотя я мог сейчас ульту не прожимать, конечно. Так, пара собрал БКБ. Ну, что-то как-то... Чё-то как-то все очень плохо. Все очень плохо. Ну да, ту вышку уже нет смысла. Я еще и ульту зачем тут раз прожал. Надо как-то пытаться дофармливать, что ли. Не знаю, хотя бы вот это купить. Так, ну ульта откадешилась, это хорошо. Ну капец, конечно, крипы жесткие пошли просто. Меня уносит просто. Я пытаюсь что-то делать, но нет, не выходит, потому что они уже разожжены, вот СФ, где он? Молодец, красавчик, просто отдался. Вот из-за таких и сливаются пабовские игры. СФ, 1600. Ну Дэфт, ё-моё. Хотя бы один минус я дал. Уже хорошо. Но это ничего не дало. Вообще ничего. Да, все, они нам просто пушат линии. Как могут. Кто там опять сливается? Нет, 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 я не умру, я не умру, я не умру. Это конец. Your middle tower is fighting for its life. Она еще и с даггером. Ну все это, короче, слив. Your bottom barracks have fallen. Oh, not good. You needed those. The enemy now has mega creeps. В общем, right. Это все. Your middle tower is under attack. How could you let that happen? Your middle tower is under attack. Now you're done. Да уж, печально. Мы
вот эти вот два чувака вместе. Right. Your middle tower is fighting for its life. Вообще ни достов, ничего. Your middle tower is under. You know that middle tower that used to be alive and defending itself? Well, that has changed. Your ancient is being stabbed. Killing spree. Да все уже. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Можете поставить лайк, подписаться, если хотите. Если вы здесь впервые. Ну, в общем-то, печально, вот из-за чего мы слили. Мы слили из-за Сент Кинга. Из-за Сент Кинга с тапком и даггером. О, да. Пугна мидер 3.10. Ну вот, в общем-то, и все. Нечего мне больше сказать. В общем, всем спасибо, всем пока.